Это честь для меня. Так. Суммонится это... Окей, лечу. Макс летит куда? Со своим ходом. Войд. Это я могу быть Элимом, чтобы хапал там, похилил. Тут же турбоёжику я сейчас напишу сейчас. Турбо. Какую десятку? Меня не пускают туда. Так что 25. Как скажешь. Ну, мне... У меня только на голове и на плечах нету. Все остальное есть. У меня только на штанах стоит все. Все остальное без дырок вообще. А, и штаны тоже. Hi guys. Привет. 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 Хозяин. Слава, там Биг Бару оставь место, пожалуйста. Ну, мало ли. Слава, слышишь вопрос по виклику? С шаром сдавать, без шара? Так, тебе на почту или в трейд можно кинуть поблизости? Ну, так бы перед РТ уже халявный ИП. У меня 18 шаров. Надо лететь до Варана опять. Извиняюсь. Не-не, потом получишь, по... не надо, этот, пускай все будет как это, по правилам. Да, я в 10 фаллок. Я не помню. Кто-то в чате искал, я пошел. Он на X2. У меня есть на ГП. Здорово, Марк. А эти пати есть там? Мне должны были оставить. Тише, чувак. Все, бегом, присядь. Здорово, чё, кого портовать? Плюсы давайте в этот рейд. Макс, у тебя что-то опять с Дискордом. С микрофоном. Ты кричишь сильно, причем как будто бы из толпы. Я сильно говорю? Да, громко. Стой, стой!
Я громко говорю? Да, ты как будто бы на подлодке там и то через толпу кричишь. Макс, здорово. ХЗ, ничего не писал. Куда мы идем сейчас? Слава, ну 21 век, понимаешь, сегодня пацан, завтра уже. Это значит, знать знаю, исполнять не буду. Кошкамурка, ты в Дисе? Кто-кто? Кошкамурка. А чё я не могу тыкнуть порт? Так обо чём тут Дис? Так, один в Наксе, я не могу этот тыкнуть призыв портала, я вот... У меня ёбаная шестерёнка горит, я не могу его тыкнуть. Далее, скажите. Ну, там, где нужно хилить. Холиком, я пойду холиком. А там, где хилить не надо, я пойду рестро-друидом или кто там, Элем. Да. А, когда вы будете? Ага, твинкарей собирать, чтобы все забирали шмот. Настя, я думаю, ты там одна будешь шаманом. У нас, по-моему, никто больше твинков шаманов не делал. И когда будут твинки? Окей. Это из плюсов, да? Или это из минусов? Просто дед-то пахнет. Привет. Здорово. Долговат. У да. меня есть, у меня там 6 шмоток только из ДД. 6-5. Так, если что, подсказывайте там, что, куда и как. Хорошо? Ну, мне надо этот Долоран тогда сразу этот портанулся.
Я танком играю, я могу пойти. Ну он фул ПВПшник, я его вдали видел, вот это убегая ока. Он... Ну я не знаю, я его первый раз просто вижу, просто говорю, что он фул ПВП, 290 шмотин. У него нет ничего на месте, чисто... Я 204 или 205 убрала, не надо кикать пока что. Может, у чего там жена рожает? Максаман, хватит шуршать. Так я не шуршу нифига. Извиняюсь, я выключу сейчас. Выключи, да, действительно, активацию голосом. Кто бы ни сказал, но ты сразу загораешься. Соответственно, у них почему-то звук громче становится, дико раздражает. Всем привет, кстати. Ну, кстати, после вот обновы сегодня стал какой-то странный звук в диссе. Некоторые просто реально орут. Я тоже, меня тоже слышите. Да. Что, мы сюда типа херу до цели ЧП? Да, тут. Да, я ж спрашиваю, кем не до цели ЧП? Мы посмотрели, я в рейд только что написал, что пусть будет ДЦП хира в ШПшке. У меня с духом шмот, на ШП нет вообще шмота. Я в ДТшке буду. У меня вопрос. У всех лагает? Ну, периодически. Да. Я даже музон выключил. Я просто уже на минималке поставила, но у меня все лагает. Хоть в два окна, но норм. У меня, блин, киберпанк из-за этого лагает. В смысле, они уже могут в льду зайти? А почему? Тафы каски. Друлям дайте МП.
Все, жду. Извиняюсь. Жду. Я уже здесь, мне не надо смотреть. Помогает. Ой, Тагариус, не умирай. Геру не будем давать. Павел Лак. Заберет с меня, а сбивает у меня моя. Киньте инер, пожалуйста. Да уж, кинули. Oh.
А что ты выключил программульку эту? Подвигайся, танк. Бля, то зачем мы ее скачивали изначально? Для всех вроде одинаковые правила. Ну, по статам мне все равно нужен скорость, но по статам у меня хуевая. Да. Итак, такой вопрос. На квест Разуви должен умереть. Это его просто убить и все? То есть ничего больше делать надо? Вот, типа. Нормально. Зеленка в ГБК не чается. Пыль абсолютная. Все, что видишь, все подметай. Пылесось. Я просто раньше скупала шмот, как бы, а сейчас что-то просто спавнуть тут. Я потом пошла жрать готовить. Вершину Утград заходите и там первых скелетов фармите, там сыпет с них так, что хей-хей. Насчет десяток я за 5 ПЛ, это никому. У меня уже будет время за 12, ближе к часу. Пардон.
Это в кучке не стоять? Нави, поставь. Мне так лагает просто усилие. На передвижение у кого больше маны потратится. У меня есть спиннер, не надо. Тут сзади нас трэш, и в нем остался лут. Зелёнка. Неплохая. Есть. Я бы все забрал бы. Если никому не нужна шея. Мало бы, как вариант. Позади трэш. Давай мне можно. Это будет там
Наш Масуд ДЦП-герой просит голову. Накинь ему 3 ГП, я ему отдам сейчас. Это я прописал. Это... Через пробел дали просто слитно. Вывесил. А я вот могу провалиться. Блинкнулся и все, и там уже на дно. А чё не предупреждаешь, что блинковаться здесь нельзя? Не, ну можно, тут просто как повезет, это лотерея. Блин. Если суицидник, то можно. Маленький уже умер. Не дай бог на 30%. Там этот Пета, говорит, Макшаман. Нет, поехали. Нету Пета. Поехали. А, есть. Да. Нету Пета, вот твой. Все, вызвал. Нет. Капец, Агрил, он так он на пассиве стоит вообще. Я же факт есть как... фактом, что Пет начал пулять фаерболы. Я хилю. Чел нажал правой кнопкой на боссе, вот и все, че. Да не. Я его не буду вызывать вообще.
Фокон на мне. Что, Геру после этого, не? Так друиды могут кидать, нет? Оздоровление. Так что они не делали там? Вот смотри, не спал с него, значит никто ничего не кидал. Я устранением яда. Оно там на 9-8 секунд кидается и 3 яда скидывает. А мне приходится ГКД терять, когда у него мало ХБ. Логично. Нет, устранение яда что, не катит, что другое? И вот постоянно у меня, как только яд появился, я его сразу диспелю. Ты меня сама резнула? Ну, мы же сейчас у входа появимся. А, ну давай я лучше встану, там не надо. У нас Хаек есть, он что-то ролит. Я угораю максимально. Мне такой шмот не нужен. Что делать? То есть надо сначала выбрать, а потом урон нажимать, правильно? Нет. Так я выбрал именно то, что надо, и нажал. Ну. И он, я так понимаю, выбрал из 4 шмоток то, что надо, и кинул ролл. Там линкуют шмотки. Нет, когда Void будет в рейд кидать? Нет, лучше... Лучше с хвостой. Она саму не пойдет? Ну, когда вообще нихера ничего нету, можно же взять. Если... Я и говорю, если никому не нужно, то я без проблем возьму. А, ну все. То, чтобы не, ну когда, было... если ничего нету, можно же и взять. У меня Эрдру весь половина в крит собран.
Не, ну я стараюсь. У меня из предыдущего Накса 25 грудь вышла на этот, на скорость. Прошлый нет. Перед боссом мага, пожалуйста, ребафните. Я включаю, потому что у меня механика, я сразу, как надо, я говорю, я включаю, не надо, выключаю. Братцы кролики, ребаф можно? Ну, лапку дал. Молодец, хороший котик. А раз такая пьянка пошла, может... Не, еще нет, и... дерево, дерево. Живса? Ну ладно. Это первый раз. Настю поднимаю. Спасибо. От души. Пожалуйста. И лапу. Все, окей, жду. Залафать. Нормально, все слово. Так, простите. Слава, как скажешь, кому кидать, я кину. Кинул чисто на хила. И все. Спать пойти.
Пожрать. Ну и тебя в 4 утра. На Мейке играл, там хвасайды были в 4 утра. Шик. Хватит письками мериться. Ну нет. У меня все равно длиннее. Сука. Где пуха? Где скидывай? Идиоты. Частично. Да. Шикарный ответ, просто жест. Что, ловить можно? Ого. Это я понимаю. Что понимаешь, ГПП стопроцентное тоже. Да и что? Хорошая шмотка заслуживает ГП. Это честно. Почему, блядь, как это работает? Я выбрал одну вещь, нажал ролл. Почему она все, блядь, кидается? Ну так, ты выбиваешь вещь, когда РР линкует ее в чат. Типа ролите. Ты нажимаешь на свой макрос. Ну я так нажал, почему оно все? Все только что-то одно выбирает. Отойди, танк! Танк, подвигайся!
Прошу прощения, у меня чат маленько забагался. Конечность ролили? Я ее забрал, конечность. Но у меня как бы нету ЕП, я пила звезды. Я не знаю, как у вас распределяется. Блин, мне нужна конечность. Ай, заберите. Да, бабка. Вредное создание. Какая сильная удача. Сидите. Потонуло, не повезло. Рандом. Я не при чем. А кстати, по поводу сапогов также хотел узнать. Ролл был, а вот. А, все, понял, окей. То есть у меня сейчас получается не хватает вот этих очков, да, чтобы шмотку взять. Угу, окей. Тотемы. Глобуса с пулей тотема. Чё, бьём или вайпаемся? Ох, нифига себе. Я извиняюсь, шаман, убери тотем очищения. Не, я просто заранее, ну тут все равно уже все трупы. Ну, он стоял просто. А из ТС мы вообще раскидываем по рейду, то это смотрю, хотя бы хилам не надо. СС, ну у нас только локов, у меня как бы СС готов. Да. Окей. Отлично. Ну да, кстати, я сказала, я не подумала, что его нет в Диси. Есть хламбот. Есть Дживс. Надо хламбот Дживс. Да-да-да, надо. Не скачан вообще. Мост только за 2001 года. Чего такая игра? Диса вообще не интересно, блядь, играть. Быстрый релок. Прям очень быстро. Нет, нет, это я лок. Фаул. Я ж не в гостиной. Вообще офнулся. Thank you.
Да он вроде недавно зашел в гильду. Нам Локи пошел делать чего? Возле печеньки. Ну, у него смешной, можно оставить. На